Мама звонит. Ну, да, мам. Привет. Мама, я. Спасибо, мам. Спасибо. Доченька, дочурочка, наш любимый сорванец. Вот и выросла Наташка. Завтра можно под венец. А пока что с днем рождения. Поздравляем от души. Покорять желаем в жизни золотые рубежи. Быть здоровой и послушной, юной, яркой, молодой. Путешествовать по миру и тянуться за мечтой. Драгоценный наш век, счастливый целый век. Пусть с тобой будет рядом милый, добрый человек. Это что это за частушка такая? Это, короче, я тебе еще, знаешь, что написала это давно, еще 2 недели назад. Это я тебе там еще стихотворение выписала, просто от руки выписала то, что мне слова там понравились, я их выписывала и, ну и это, собирала. И да. Собрался у меня такой целый. А я думала, это ты сама сочинила, надо уже самой начинать сочинять. Да, я тут и сама сочинила. Тут я тебе потом прочитала то, что я сочинила. Я могу тебе прочитать, если у тебя время есть. Давай. Разучились ценить человечность. Кто-то добрый, по-новому лох. В моде выгода и бессердечность. Мир от шелеста денег оглох. Измеряется в крупных купюрах все, что раньше ценилось душой. Если девушка искренне дура. Ведь не ценит бумажник чужой. А на фото мелькают не лица, крупным планом не видно глаза. Чаще яхты, отели, столицы, будто не о чем больше сказать. Ежедневно за счастьем погоню у людей от зари до зари. Но не знают о жизни законе. Счастье то, что имеешь внутри. Будь богатым душой, и однажды прибыль даст этот первый твой капитал. Не продается за шелест бумажный, что рабом этих денег не стал. Деньги портят людей, не имеют, просто маски скрывают с людей. Кто-то делится с тем, что имеет, кто-то прячет в кормушке своей. Доброта — это классика, люди. Это нужно во все времена. Кто-то скуп и по внешности судит, ведь уже вместо сердца цена. А кому-то важнее немного продвигаться навстречу мечте, не забыв человечность и Бога, не сыграв на чужой простоте. Равнодушие — страшный диагноз, от него умирает душа, а впоследствии зависть и наглость, человечность убьют не спеша. Может, лучше доверчивость все же, может, лучше любовь, чем расчет. Бог, дающий, воздаст и поможет, у берущих судьба берет. Короче, это слова... Офигеть! Да. Офигеть, мама, браво! Ну, видишь, оно еще какое-то не такое. Нет, оно вообще превосходное, мам. Как-то нет. Оно да, мама, оно вообще очень крутое. Очень круто. Ты чё? Так еще много. Очень круто. Я никогда не слышала, чтобы ты вообще писала. Не, я слышала, но ты просто никогда не читала. Ну, да. Ну, потому что вот что-то хочется вроде как выложить, и у меня ничего не получается, и я снова бросаю, потом снова пишу. Что-то, если получается, опять что-то напишу. Офигеть. И вот что-то с чем-то, не знаю. Нет, мам, это очень круто, я не знаю. Да? Да, реально. Да, я думала, ты вообще не поймешь, потому что я не знаю, оно какое-то все собранное. Ну и что? Я все равно много слов там поняла, там очень фразочки очень красивые есть, да. Видишь, как хорошо. Я тебя очень, доченька, люблю. Я тебя тоже люблю. Вот, я тебя очень люблю. Я тебя сегодня рожала. Я сегодня тебя старалась все правильно сделать. Меня сегодня поддерживали. Я тебя сегодня так приняла, и ты сразу титьку сосала у меня. Я прямо... Ты у меня первая сегодня родилась. Это мое первое чувство. Это материнское чувство открывается именно вот когда рождается первый ребенок. Ты вот не представляешь какое-то чувство, это просто... Ты просто рождаешься вместе с этим ребенком, просто второй раз в жизни. Вот если твое рождение есть, да, а тут рождается когда ребенок, ты еще с ребенком с этим вот как будто выделяешь, разрезаешь свое сердечко, и это сердечко, эту дольку, как сказать, кладешь на грудь,
вот да, и кормишь своим молоком. Я поняла. Ты моя любимая, моя наша кровиночка, наша надежда, наша любовь. Мы тебя очень все любим, помним. И каждый день о тебе говорим, если честно. Мне очень вам приятно. Капец, очень приятно. Да? Ты так прямо это... На слова щедра, так скажу. Я очень-очень щедрая на слова, ты же знаешь. Ну да. Я очень, да, я люблю очень. Особенно, когда любишь человека, это можно бесконечно говорить слова хорошие от души. Так еще то, что... Берешь это от головы, это не придумываешь, это все у тебя в голове крутится, и тебе хочется все это сказать, чтобы человеку было приятно. Угу. Спасибо, мам, мне безумно приятно. Мне даже, я даже слов не могу найти, как мне приятно. Вообще все, что меня сегодня окружает, я слов не могу подобрать. Ну это здорово, радуйся. Такой день у тебя шикарный сегодня. Прямо радуйся, радуйся, радуйся. Прям вот целый день, чтобы у тебя прошел отлично. Ни о чем не парься, забей на все. И вообще радуйся, вдохновляйся. Я вчера в церковь сходила, поставила за ангела-хранителя свечечку. Давай, доченька, пока, созвонимся еще. Давай. Спасибо, спасибо, спасибо. Пока-пока, родная. Давай, хорошего дня тебе. Давай, удачи. Давай, пока. Блин, у меня очень, оказывается, мама милая, пиздец. Безумно. Оказывается, ну, мама, потому что мы обычно, если общаемся, то как дела, что делаешь? Ну вот, типа там поговорим на какие-то темы, рассуждаем, и все, и у нас на этом диалог заканчивается, а именно ее иногда так прорывает на слова, и это очень мило. И именно в день рождения. Мне сегодня папа, знаете, как позвонил? Наташ, привет! С днем рождения тебя! Я говорю, спасибо, пап! Он такой, ну, пока. Я говорю, блядь, пап, ты звонишь раз в год, типа, все, и все. Он такой, ну чё ты, типа, вот я каждый раз, типа, хочу тебе позвонить, и когда, если я звоню, то ты, типа, спишь, то занята, то работаешь, то с друзьями, то еще раз занята, типа, ну, типа, мы даже с тобой нормально никогда не разговариваем. Я говорю, пап, ты даже не звонишь вообще, блядь, если я посмотрю историю звонков, у тебя не будет звонков вообще за этот год. Он говорит, ну, если звоню, то ты, типа, это, ну, там было пару раз, типа, два раза я там на чьё-то ДР, на ДР дедушки, по-моему, не ответила, но это было один раз. Вот. Но он такой смешной, такой сказал, типа, ну пока. Чекни директ потом. Да, я не знаю, я не в силах сейчас все посмотреть, все чекнуть, потому что там безумное количество поздравлений. Смотрите, это основные, вот даже вот прогружаются, видите? Это основные, которые личные, мои, которые приходят уведомления, вот до сих пор приходят, вот до сих пор. Видите, это личные, это мои стримеры, там какие-то, даже не сабы, просто стримеры и мои знакомые. И вот это вот подписчики, которым я открыла доступ. Ну, это все непрочитанное, типа, потому что я все обычно читаю. Ну, типа, это все непрочитанное. Я не знаю, как я просто физически не смогу это все прочитать. И там все прогружается еще до сих пор. И это, типа, до сих пор пишут. И вот тут тоже в запросах очень много всего. Просто безумное количество.